Здравствуйте, уважаемые любители тульских гармоник! С вами вновь официальный представитель фабрики тульской гармонии Павел Уханов. Очень много у меня было дел на тульской фабрике, проверял кучу инструментов я в конце августа и в начале сентября, поэтому не все инструменты успел записать на фабрике. Вот приходится некоторые записывать у себя дома, в том числе вот эту замечательную гармошечку. Это новый инструмент, модель тульская 301М, которая имеет очень много интересных опций. Гармошечка в тональности до мажор. Сейчас я о ней подробно расскажу. А самое главное, услышьте, что этот инструмент находится в свободной продаже. То есть это не инструмент моего заказчика. В основном вы как раз видите такие инструменты. Радуйтесь им и потом звоните, заказывайте точно такие же или аналогичные. Этот заказывать не надо. Вот он в наличии. Такая белоснежная, очень красивая гармошка. Сразу назову стоимость. 48 тысяч рублей. Значит, перечислю ее характеристики. Модель тульская 301М. Тональность до мажор. Не до диез, как в магазинах, а чистый до мажор. Вы видите, она такая белоснежная, очень красивая. Вот этот перламутровый белый итальянский целлулоид. Деревянные сетки, причем вот эта деревянная сетка с рисунком почти как у заказной гармоники. То есть на обычной 301 гармошке, даже если сетки деревянные, рисунок идет другой, это вот эксклюзивно. Сделано именно для этой гармошечки. Мех тут голубенький. Подстать художественной росписи, которая тоже усложненная, очень-очень красивая. Такая вот лидерин, то есть обводка меха здесь итальянская, вот эта серебряная елочка. Уголки мельхиоровые. В клапанах материал полар. Правые кнопки перламутровые. Регулировка левого ремня. Белые кожаные ремни. Вот вы на этот ремень не обращайте внимания, потому что которые идут в комплекте, вот эти замечательные белые кожаные ремни, они вот так в пакетике у меня лежат, я их специально не открываю, их откроет тот счастливчик, который получит эту гармошку. Также у гармоники вот есть отдушник, кнопочки беленькие, а не черненькие, как обычно, делаются специально, чтобы аккуратненько было все, незаметно, чтобы все гармонировало. Материал вот в прорезях голубенький, точно такой же, как и на меховой камере. Внутри пластиковые резонаторы, но голоса с залогами из кожаной немецкой лайки. И настраивал мастер заказных инструментов эту гармошечку. Гармонь благодаря настройке, тональности и резонаторам получилась очень-очень звонкой. Это идеальная гармонь как для обучения, так и для игры с другими музыкальными инструментами. Например, с баяном, с балалайкой, с фортепиано и так далее. Также тональность до мажор идеально подходит для женского голоса и, в принципе, многим подходит и мужчинам. Для совместного пения тональность тоже подходит. Если вы не собираетесь быть солистом-вокалистом, то до мажор для мужчины тоже тональность, в принципе, для многих-многих песен подходит. Продемонстрирую звучание этой очень красивой, белоснежной и очень задорной гармошки.
Вот такая замечательная гармошечка. Если вы хотите ее приобрести, скорее звоните мне, Павлу Ханову, официальному представителю фабрики «Тульская гармонь», по телефону, который вы видите на экране. Также можете писать через интернет, на электронную почту и в социальные сети. Надеюсь, эта очаровательная гармонь осчастливит очередного гармониста, который будет играть на ней и радоваться не один, а вместе со своей семьей и со своими друзьями. До свидания. Если вам понравилось это видео, то обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал в YouTube. Разумеется, не надо терять такой возможности, как поделиться этим видео в своих социальных сетях.